Неделя семьи стартует 6 июля с благотворительной акцией «Семейный бумеранг доброты». Любой желающий до конца месяца может оказать помощь в сборе детских товаров, подлежащих термической обработке, после чего их передадут нуждающимся семьям с детьми. Пункт сбора Никола Березовка, улица Карла Маркса, дом 2. 7 июля состоится марафон полезных советов. У родителей появится возможность проконсультироваться у психологов Уфы по вопросам воспитания детей и супружеских отношений. Звонки будут приниматься с 12 до 16 часов по номеру телефона 8 800 347 5000. Анонимность гарантируется. 9 июля будет проведена акция «Семейный тур по Башкирии». Население в режиме онлайн сможет узнать много интересного об известных семейных турах по Башкирии. Ссылку на соединение вы сможете узнать на официальном сайте службы семьи, а также на странице службы в группе ВКонтакте. 10 июля будет проведена акция «Безопасная дорога. Счастливая семья», в ходе которой населению напомнят о правилах поведения на дороге. Также в этот день в Центральном районном доме культуры администрация района совместно с отделом ЗАГС проведут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, которое начнется в 13 часов. 11 июля население вновь сможет ознакомиться с информацией о деятельности службы семьи, о видах предоставляемых услуг на рабочих страницах службы семьи ВКонтакте и в Инстаграм. Завершится неделя семьи 12 июля интернет-конкурсом «Семейный пикник». Жителям района предлагается на личной странице ВКонтакте или Инстаграм разместить фотографии в кругу семьи на пикнике с хэштегом «Семейный пикник 2020». Победитель конкурса будет определен с помощью количества лайков и генератора случайных чисел. Анастасия Демирбаева, Сергей Мешков. Информационная программа «Время новостей».